Ремонт дорог – дело непрерывное. К завершению подходит реконструкция транспортной артерии по улице Ленина. Как проходит реставрация дорожного полотна в Кармановке и скоро ли завершат работы, расскажем далее. Строительство дороги, соединяющей улицы Ленина и Рыбников, началось еще в сентябре 2019 года. Работы активно ведутся. Сейчас дорожное движение здесь остается перекрытым. Дорожники подготавливают место для укладки тротуаров. Тщательно трамбуют грунт, чтобы не было проблем с пешеходной зоной. И не зря. Когда брали пробы уплотнения нижнего слоя, исследование показало результат соответствующей норме. В ремонтных работах задействовано порядка 25 человек. В основном местные ребята и 9 единиц техники. Это погрузчики, тракторы, самосвалы, манипуляторы. Все, что необходимо. На данном этапе сделана ливневая канализация, устройство водопровода и газопровода тоже подходит к финишной прямой. На данном этапе что еще у нас? Финишное покрытие, щебеночное финишное покрытие идет перед тем, как уложить асфальт, и устройство тротуаров происходит. Сейчас на данный момент уплотняется грунт и отсыпается основа. По словам подрядчика, все материалы для строительства приобретались заранее, поэтому задержек с поставками не было. Как таковых трудностей не возникало, единственное, коррективы носили погодные условия. Зимой холод, скажем так, и обильные осадки в виде снега, летом дожди тоже иногда мешают. Впрочем, из-за погоды работы полностью не приостанавливались. Когда дорога отдыхала, занимались устройством ливневой канализации. Ремонтировали септик, резервуар для стока ливневых вод, укладывали газопровод. Автомобилисты тем временем уже ждут окончания ремонта этого участка дороги. Сейчас им приходится искать объездные пути. К некоторым домам, например, к стоматологии вообще сложно подъехать. Практически невозможно. Сейчас тем более там лужи такие огромные, то есть не подъехать. Я думаю, то, что для большинства жителей города, первый вопрос, наверное, те, кто живет там, потом магазин, кооператор, естественно, дети в садик сейчас пойдут, в ромашку, желательно, чтобы побыстрее сделали. Работы планируется завершить в конце октября этого года. На объекте установят остановочный пункт, оборудуют тротуар с тактильной плиткой, на некоторых участках дороги обустроят зеленую зону. Строительство проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дарья Чупрова, Владислав Носкин, Николай Выучейский, телеканал «Север».